очень уверенно боролись за бронзу, но, правда, в итоге остановились в шаге от пьедестала почета. Хотя Рёё Кобаяси там и был у них таким джокером, который мог бы в заключительный момент переломить ход поединка в свою пользу. Но словенцы тоже дома у себя, они тоже с этим трамплином знакомы очень хорошо, очень плотно. Ну а что касается Филиппа Ашенвальда, то о нем, наверное, того же не скажешь, но при этом он тоже летит очень даже пристойно, далеко, на 220 примерно метров, 221,5. И для него это, между прочим, повторение своего собственного рекорда дальности полетов. Именно так он летал и в Викершуне в прошлом году. Сейчас буквально полуметра не хватило для того, чтобы там порадовался установлению своего собственного рекорда. Ну и в пятерку лучших попадает сейчас Ашенвальд, уступая только лишь японцам, а также Петеру Превцу и Андреасу Веллингеру. Ну, Превцу и Веллингеру уступить не стыдно было несколько лет назад. Да что там, пару лет назад всего, но сейчас это...